На прошлой неделе, в четверг, состоялось очередное заседание городского собрания. Основными вопросами, на которые было обращено повышенное внимание, стали установление зарплат мэрии и председателя горсобрания. Как сообщил председатель горсобрания Михаил Стальнухин, зарплаты останутся на прежнем уровне, и никаких сокращений в этой области пока не намечается. Цифры остаются прежними, они не изменяются. Их определяя, исходили из того, что Нарва является одним из немногих мест в Эстонии, где в этом году мы никому не снижали зарплаты. Об этом мы сегодня с мэром говорили на телевидении, об этом я говорил на радио. Зарплаты вполне возможно будут снижаться, но снижение начнется не снизу, а сверху. Если начнется процесс сокращения зарплат, то первыми будут мэр, члены управы, председатель городского собрания, а потом уже служащие и работники. С резкой критикой по этому поводу выступила оппозиционный депутат Надежда Синякова. О заработной плате наших высших руководителей я считаю, что она не должна быть столь высокой. К тому же она смотрится еще более высокой на фоне того же Таллина, как в пересчете на одного жителя, так и на объем бюджета. Приведу только один пример. Приведу пример по зарплате нашего председателя. Ну, это аналогично и по зарплате нашего мэра. Со всеми доплатами и выплатами предложено в данном проекте решения, который мы имеем, а сейчас понятно и по мэру, что в прошлом и в этом году, а также и на следующий год, средняя заработная плата нашего председателя и мэра составит со всеми вот этими добавками, которые были засчитаны, 55 825 крон. Правда, я здесь брала 5% для мэра, а 10%, то там компенсируется тем, что люди добавляют. В пересчете на одного жителя 65 800 человек в Нарве – это 0,84 цента в месяц. А заработная плата председателя нашего за 2008 год составила 669 тысяч, слушайте внимательно цифру, 902 кроны, в том числе 138 200 доплат, при объеме выполнения бюджета 905 миллионов. И у председателя городского собрания города Таллина, где живет 403 тысячи человек, общая зарплата составила 620 182 кроны, в том числе доплата 119 200 крон. То есть она составляет 0,12 кроны на одного жителя Таллина. То есть в расчете на одного человека заработная плата у нашего председателя в 7 раз выше. А если учесть, что и бюджет Таллина не 905 и не 750 миллионов, а 7 миллиардов 584 миллиона, то есть 8,4 раза выше, то цифры эти по заработной плате просто несравнимы. В Таллине заработная плата ниже, чем в нашей нищей Нарве. Это же все можно соотнести и к мэрии. Сегодня даже у рядового члена Лиги Богу заработная плата меньше, чем у нашего председателя. Она составляет 52 500 крон. К тому же правительство и президент в условиях кризиса уже снизили свою заработную плату. Выступление Надежды Синяковой никак не повлияло на принятие решений депутатами. В итоге было решено, что зарплата мэра будет, как и прежде, составлять 43 500 крон, к которым добавится 5% за стаж и 10% за магистерскую степень. Вице-мэр Филиппов будет получать 39 150 крон в месяц, плюс 15% за стаж и 10% за магистерскую степень. Зарплата вице-мэра Людвиг составит также 39 150 крон в месяц, плюс 5% за стаж и 10% за магистерскую степень. Виктория Лутус к уже имеющемуся окладу будет ежемесячно получать добавочно 9 150 крон за исполнение обязанностей вице-мэра по вопросам образования. Председатель горсобрания Стальнухин будет получать 43,5 тысячи крон в месяц, к которым прибавится 10% за стаж и 10% за магистерскую степень.